Приветствую всех на моем канале «Одесса, 4 декабря». По данным ВМС, россияне подготовили 100 ракет в двух морях. В Черном море находятся 4 носителя крылатых ракет «Калибр» с общим залпом 24 ракеты. В Средиземном 5 носителей «Калибров», общий залп 76 ракет. При этом Россия перестала запускать иранские дроны из-за холодов, а не за их дефицита. Об этом заявил помощник командующего Объединенных сил ВСУ Евгений Силкин. Он отметил, что иранские дроны сделаны из пластика и тех материалов, которые не выдерживают мороза. Расслабляться не стоит. По словам главы пресс-центра ЮХ Натальи Гуменюк, Российская Федерация может начать новую массированную ракетную атаку Украины в любой момент. А Михаил Подоляк сообщил, что Российская Федерация может нанести новый массированный удар по Украине, когда ударят морозы. Советник главы Офиса Президента считает, что Российская Федерация собирается жестко заморозить украинцев. Поэтому выжидает соответствующих погодных условий, чтобы нанести чувствительный удар уже не по энергетике как таковой, а направить его на отопление в домах украинцев. Я желаю всем хорошего вечера. Берегите себя.